Siempre bien. Новый канал уже не. Всем привет. А сегодня мы хотели бы записать наше первое видео на 91 Space. И сейчас мы будем записывать первую часть. Поехали. Поехали. Что это было? Зак. Эйси. Честь у них такие вот просто картины, да? Ну да. То есть им танцы ставит Зак сам? Наверное. Эйс. Эйс. Жандану. Жандану и Хуранбау. Салем Игос. У нас по расписанию сейчас дыхательное упражнение, поэтому мы делаем поделайте с нами, если нормальную растяжку. Важно тут вдыхать очень сильно, брать очень много воздуха, но при этом выдыхая, не сдавать. Готовится делать кавер на корейском. Дальше комната пацанов. Как я уже говорил, я люблю разбрасываться одеждой. Та-да! Так разбрасываться. Это круто. О, Малахай! Эйзи готовится к рэпу. Я тут снимаю видео, хожу, блин. По идее, я тоже должен был писать что-то, но вот видите, с этим чуваком вообще ничего не сделаешь. Вот здесь. Рыба. О! Галина. Сегодня у нас на ужин рыба. Что еще осталось? Вот это Олжик. Это диджей, да? Музыкальный продюсер, видите, занятой человек, очень деловой. Поэтому я не буду ему мешать. Снова поднимаюсь на второй этаж. Я не знаю, что делать с этой камерой. Мне ее дали и сказали, что ты что-то делал. Вот это моя любимая кружка, кстати. С нее я пью. Маленькая реклама. А, вот. Спасибо, Eagles. Это подарок одной Eagle. Казахша Орша Сюздык. Казахско-русский словарь. Очень пригодится. Дайте сейчас посмотрим что-нибудь. Курника. Наглядный. Курника. Наглядный. Так, поскольку это наше первое видео, я буду иногда лажать. Так что, сори. Если что. Сделаем что-нибудь интересное. Сейчас. Такое случается, когда не знаешь, что нужно записывать. Я должен был побриться перед тем, как я сниму это видео. Перейти. Но уже поздно. Я надеюсь, это нормально? Окей, я перехожу на казахский. Салем, мэрэнэ, сидэр мэн бэгэн 91, усэп. А у нас же дэ баттер. Пэнкс. 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 Бірдеңе шығару атыр. Ол бізде жалпы әуен шығарудан, өлен шығарудан, амалардан бірдеңе кірсі отырады. Бәрі қайдан басталды? Бәрі осыдан басталды. Осы жерден басталды. Мына жерде Эйзи немесе мен мәтін жазамыз. Бірақ негізінен бұл жерде немесе сабақ оқиды. Idols Academy. Бұл жер артистерді дайындайтын академия. Бәрін үйренесіздер. Не істеп жүрмін мен? Бала қайда? Бала!
Как он недавно танцевал, он вначале на него нападал, потом танцевал, а сейчас он уже увлекся и спит. Әрине ол өтірі екенбіз, екеуіз білеміз. Мен не түсірім білмейм. I don't know what to shoot. Why? Can anybody tell me? Oh, мама. Навалан аяқ шынмен де қайрыл қатты. Маған көрсетті. Сватыр. А, кстати, Даша Шумева, как я помню, кажется, вы, да? Подарили эту книгу. Цветы для Элджернана. Классная книга. Вначале я вообще не понял. Думаю, почему с ошибками? Что это такое? Я просто так, короче, беру и перелистываю просто книгу, и там получается все с ошибками. Я так думаю, что это? Что такое? Может, подделка? Но нет, оказывается, это стиль книги. Весь прикол в том, что он на ошибках. Получается, там один человек умственно отстал и пишет как бы дневник, что с ним происходит каждый день. Знаете, это довольно интересно. Спасибо. Меняй там, метр! Huh? Why? Huh? Батархан? Батархан? Хочешь, мама, брать меня? Мне же один песня. Мне на видео халат разобрала. Мне же все ушло. Не двигайся, скучная. Ван Игорь, не газа, бас кусан, бит кусан, кишкене, один рек попшат. Бәрі осылай басталады. Қазір күте тұр. Қазір мен бір нәрседе ойнайым. Хей! Я сейчас я буду играть на чем-нибудь. Мен аяқтайм. Помню, у вас погаларымды дұрсап жүрмін. Кеңесте де болған. Мен қазір шаш бояуға бара жатырмын. Когда они снимали первые? Наверное. Почему они так свободно ходят по улице? А, в 2016 году? Тогда они были не настолько знамениты. Два года назад. Всем привет! Сегодня мы с Аслайдарнами берем келдик. Пахты сюге, біздің оператордан. Слаган ты сюге. О, попугайлар. Ой, ты такой страшный. Привет, Олег. Старенький. С вами трио. Мем бухер. Татхамади, Арманда Тайамадалики. Возьми все. Мы про слова вообще-то, понял? Отстань. Плазаға кірдік. Не себептен біз достық плазадамыз? Бұл жерде Эйзи мен Зақтың фотосессиясы болады. Соларды қасына келіп, қолдап, қарап, барлық процесті көріп, бірге болып, солармен күн... Интересно, да, что только из всей группы только двоих сейчас фотографируют? Байқасаңыздар, Эйзиде фотосессия басталып кетті. Сіздерді мен бір кісілермен таныстырып өтейін. Керемет дизайнер. Өте күшті адам. Бейбота-ның киім үлгісін, мене Эйзи мен Зак, керемет
фотолар мен сіздерге көрсетіп деген ойдамыз. Не получается, потому что хочется вот русские слова тоже. Наверное, так холодно, нет? Там. Ну, наверное. Это зимой очень холодно, сказать. В 2016 году. Не знаю, от нового вида снега меня передрали. Вот это съемочный процесс. Приходится вот так кричать на артиста. Я по вам соскучился. По-другому выглядит, да? Угу. Мне скучно. Бала жалт вызов. Бала. Дарвеля. Бэр, дала, да. Жахса. Всем пиз. Сава. Сюжет, концепциясын түсіндіріп беріңіз сіздерге, иә? Дұрыс. Концепция мынада жатыр. Мынау Эйзи, мынау мен, мынау мен. Міне, мыналардың бәрі бізді іздеп жүрген адамдар. Бәрі бізді мына Эйзи екеуміз ғой мынау. Мыналардың бәрі бізді іздеп жүр. Не үшін деп ойлайсыздар? Не үшін деп ойлайсыздар? Өтірік айтамын. Покажи мне страсть, говорю. Ойланған түрін көрсетші. Ойлан. Бақытты бол. Покажи мне любовь. Как ему не холодно? Балаклав калда! Балаклав калда! Балаклав калда! Мен біздің операторды күтіп отырмын. Түн, ай, аспан, халқам, қайдасың. Я бит войналы отыран сіздерге дүн айтты болейм. Мастарыңыз айтып қаласын. Жесть, меня чуть не укачало. О, растяжка. О, жесть. А за... О, это жесть. У него и так что-то с рукой уже не так. Жесть. Обстрелялся и счастливый уже.
таңғы 5. А, таң енді атып келе жатыр. Айнала тып-тыныш. Мен серуендеуге және де жүгіруге кетіп бара жатырмын. Жесть. Солнце ещё не встало, а он уже на утренней пробежке. Жмам. Ашам. Красные субтитры не очень плохо читаем. Алар көрсе, мен қуат, мен олардан қашам. Ну, қар, мен қарды бүйтіп шашам. О, мына жол, бұл жол мен әлі ешім жүрген жоқ, мен бұл жолды бүгін ашам. Е, таңғы шабыт. О, қараңғы болып кетті. Ей, қараңғы болып кетті. Ей, Томай, сөйт жақсы. Я мен жеттім бұл Горгий парк. Қазір мен бірінші денемді кішкене қыздырам. Жесть, разминка даже зимой, это жесть, это жесть. Меня снова чуть не укачало. Әзірге мен өшіреме, әйтпесе қолым тоңып қалды. Ойнам шықтым менімен. Мияу деш? Мияу деш? Хопқа кет. Ит. Таңғы жүгіріс. Ит. Жүріс. Өте пайдалы. Мен үйде кірем. Сау. Не үшін 91 Space? Ағылшын тілінен аударған кезде 91-нің кеңістігі деген сөз. Және де кеңістіктің орнына ғарыш деп аударсақ та болады. Ғарыш деген ол шексіздіктің бейнесі. Яғни бұл 91-нің шексіз кеңістігі. 91-нің шексіз кеңістігінде кездескенше сау! Сау! Бақытты болыңыздар! Сау! 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 Ну, наконец-то вот мы посмотрели 91 Space. Очень много раз мне оставили комментарии с просьбой сделать реакцию на 91 Space. И вот этот день настал. Ну, что я могу сказать? Очень интересное видео. В этом видео нет никакой обработки. Все естественно. В этом видео мы можем увидеть, что они делают в жизни. Единственное, конечно, это видео сняли в 2016 году, поэтому, ну, это немножко уже прошло 2 года. Но все равно оно интересное. А, что касается меня? Мне понравилось это видео, потому что я тоже люблю такие спонтанные видео, которые ничем не обработаны, у которых нет сценария, как Зак, который сел, я сейчас буду что-то интересное, и начал рассказывать про усы. Как бы, да, это настоящие эмоции, то есть это их реальная жизнь, не картинка, которую мы можем в принципе в любой момент смотреть, забив название в любой песне, смотреть клип. Вот, там они показывают прям все идеально. А это их жизнь, и это, кстати, не знаю, для меня это вызывает еще больше интерес, чем такие постановочные видео. Я вообще, на самом деле, если честно, не очень люблю вот эти всякие сценарии, хотя без них не обойтись. Это я могу признать, но я не знаю, я не могу в себе силы найти, чтобы сесть, написать, расписать сценарий. Да, я могу написать, но чтобы все было вот так вот четко по сценарию, это не очень интересно. Интересно, когда вот твои живые эмоции вот сейчас вот, да, какие они есть. И на что мы сейчас и посмотрели. Еще мне понравилось то, что это было первое их видео. Они не знали, как снимать, что им нужно делать, но видео было интересным. В 2016 году, судя по всему, они были еще не такими знаменитыми, к ним подходили люди фотографироваться, когда они сидели в ресторанном дворике, но они спокойно могли передвигаться по улице. Мне кажется, сейчас это немножко трудно сделать, потому что если, исходя из того, что мы увидели на фан-встрече, да, которая проходила в Корее, это была тоже как бы спонтанная встреча. Они к этому не готовились очень долго. Собралось столько людей, которых... Ну вот даже мы же тоже в данный попали. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!